Всем добрый день. С вами, как всегда, я, дядя Федор из Германии. Сегодня я опять на кухне. Буду обед варить. Жена у меня занимается своими окнами, шторами. Она перед каждым Рождеством она этим делом занимается. Стирает шторы, гладит, вешает, окна моет, чистит. Я это делать не люблю, поэтому я сбежал на кухню, буду готовить обед. Сегодня мы с вами приготовим перец, фаршированную паприку, да? Вы знаете, я вам показывал закупочку, там я покупал паприку, фарш. И сегодня я буду фаршировать. Чтобы было понятно, что мне делать, я все разложил. Я почистил паприку, вот эту желтую паприку, шпиц паприку и одну упаковочку вот такого микс паприка. Вот здесь у меня фарш, килограмм фарша. Два томата, морковка, я натер ее, четыре луковицы, две луковицы я порезал мелко, чтобы фарш добавить, две луковицы на зажарку. Также я отварил пакетик риса, чтобы добавить фарш. Сейчас я буду потихоньку все добавлять. Добавил кастрюлю, налил масло, осталось ее только включить. Масло нагреется, я туда опущу свой лук, морковку, томаты порежу, такую сделаю зажарочку сперва, а потом буду перец туда класть. Масло у нас нагрелось, мы сюда лук опустили. Сейчас обжарим его до золотистой корочки. Потом положим морковку. Две луковицы мелко нарезанные и рис я добавил к фаршу. Все хорошо перемешаю. Добавлю соль, перец по вкусу. Лук поджарился. Добавляю морковку. Добавили морковку. Затем добавим томаты. Я их тоже мелко нарезал вот так кубиками. Сейчас я буду фаршировать паприку эту. Полные буду запихивать их туда фаршем. Спасибо вам всем большое за ваши комментарии, которые я получил.
за мои штрудли, немецкие штрудли. Не все, правда, поняли. Ну, может быть, кто-нибудь и не поймет, что я сейчас делаю. Но я думаю, всем понятно. Все это блюдо уже ели. Я здесь заполняю паприку, у меня чуть не пригорело в кастрюле, вовремя увидел. Сейчас я добавил туда томаты, немножечко все это потушится, потом я буду паприку эту туда опускать. Когда делаешь что-то одно, другое, не уследишь вовремя. Тяжело эта работа на кухне готовить. Надо за всем посмотреть, уследить. Треснула паприка, слишком много запихал. Осталось немножко фарша, из них я налеплю такие тефтельки, они тоже пойдут туда же. Тем временем у меня здесь потушилась морковка, томаты. Сейчас я добавлю воды. Добавил воды, немножко размешаю. Надо будет посолить. Сейчас это все закипит, и я положу паприку сюда. Так, у меня все это кипит. И буду укладывать паприку. Теперь положу эти тефтельки. И залью водичкой еще. Всю эту красоту я закрою крышкой, поставлю на средний так огонь, и пускай она варится у меня. Вот такое у нас получилось блюдо. Сейчас я выкладу на тарелку и покажу. Такая красота. Тефтельки наши сварились. Перец. Аромат такой хороший.
Запах хороший. И вкус отменный. Ну что, друзья, сварил я обед. Перец фаршированный. Надеюсь, всем понравилось. Я сейчас буду кушать. Все, кто сейчас будет есть со мной, приятного аппетита. А вам я всем желаю здоровья крепкого, мира во всем мире, счастья вам и удачи. До свидания. Пока-пока.